Приветствую, с вами Антикэп, и сейчас я вам расскажу о фильме «Лунная афера». Фильм зацепил двумя актерами. Это Рон Перлман, харизма и внешность которого просто незабываемы, а также Руперт Грин, которого знают все. Краеугольным камнем этого фильма является интересный, хоть и в меру простой сюжет. Он весь спойлерный, поэтому на этом поставлю точку. Раскачивается все довольно вяло, плюс мы видим тупость главного героя, которого исполняет Руперт. Это даже подбешивать начинает поначалу. Но потом вступает Рон, и все становится на свои места. Классно показаны флешбеки про Вьетнам, которые отлично характеризуют и дополняют образ Перлмана. В лучших традициях фильмов про наркотики приятно смотреть на глюки от прихода. Очень вычурно и с изюминкой. А вот что образцовое, так это перестрелки. Их хоть и не очень много, но сделаны не просто шикарно. Нарезка сцен, кадров, каких-то ракурсов сделана реально на уровне мастера. Иногда проскакивает годный юмор, так что даже улыбаешься. Все это приправлено хорошей и уместной музыкой. Благодаря этому задействиям приятно и интересно смотреть. Необычный сюжет до конца держит интригу. И хоть фильм и выглядит одноразово, от него можно получить наслаждение. А тем, кто любит рейтинг R, некоторые сцены особенно понравятся, если вы понимаете, о чем я. Как вывод, могу рекомендовать его к просмотру. Нестандартное кино с необычными персонажами, с неплохим юморком, интересным визуальным стилем и качественной подачей. Спасибо за внимание. Увидимся.